Все хочу рассказать вам о сериале «Очень странные дела». Это три сезона Netflix. Я не помню, первый сезон, наверное, тоже Netflix. Три сезона, очень хороший сериал. Ну, как бы в моем вкусе, конечно, это у каждого свой вкус, и кому что нравится, что называется. В моем вкусе это прекрасный сериал. Я его с большим удовольствием посмотрел. Все три сезона ждал. Получил удовольствие. Из прикольного впервые в третьем сезоне появляются злые русские, и они такой ключевой двигатель сюжета. И впервые они, ну, не кажутся мне как-то русскими, что ли. Они такие злые русские, но они не вызывают ни отторжения, ни смеха, ни какой-то, я не знаю, брезгливости, какое-то неверие в это все. Просто вот как бы злые русские в целом. Вот. Короче, смотреть на них забавно. И что тут главное, что мне больше всего, конечно, понравилось в самом сериале, это такой финт ушами, который произвели авторы сериала. То есть вот обычно, когда рассказывают такие мистические истории, да, как правило, авторы часто очень играют некие поддавки, то есть что происходит. Есть некая проблема. Эту проблему озвучивают людям, которые могут ее решить, но они не верят тому, кто озвучивает, и все время говорят о невозможности. Но мне кажется, современный человек подготовлен к любым мистическим делам, да, современной поп-культуры просто, да, сериалами, фильмами. И если прилетят инопланетяне, мне кажется, мало кто удивится так, если честно, да. А герои, как правило, говорят: боже, серьезно, инопланетяне, в это не верю, это невозможно. Так здесь повествование идет от лица детей. И дети, во-первых, детям можно честно не верить, да, они могут выдумывать, и это как бы оправдано абсолютно. А во-вторых, некая простота языка изложения, да, описания вот этих чудищ, она как бы нивелируется тем, что это излагается от лица детей. Да, то есть то, что дети говорят, всякие там поедатель мозгов, там, да, и звучит это нормально. Если бы это сказал какой-нибудь герой, ну, как-то это странно звучит. То есть в этом смысле очень удачный, мне кажется, прием, да, с выбором героев. И этот выбор оправдывает очень много, много несуразиц, да, таких языковых, если хотите, и смысловых. Вот. Поэтому, ну, мне это очень сильно понравилось, да, и вообще отличный сериал, я очень рекомендую тем, кто любит всякие фэнтезийные, фантастические сериалы, вообще такие истории, ну, без такого бытового реализма, что называется, да. Подписывайтесь, удачи, пока!